сыграл, конечно, некрасиво, мягко говоря. Желтая карточка Маскерано. Желтая карточка Сереже Рамосу. Или Криштиану. А что будет с Марсело? А Марсело вообще ничего. Добро пожаловать в Испанию. В смысле адекватности принимаемых судьями решений. Так, Роналду сейчас удалят. Месси там пошел что-то выяснять. Ну, собственно, не что-то, а он пошел разговаривать с Марсело. Пойдем, выйдем. Еще один любимчик появился у местной публики. Они теперь Марсело и Пепе будут одинаково освистывать. Конечно, на Месси поднял руку, то есть ногу. Ну вот смотрите, на это умышленное движение ногой. Это умышленное движение ногой. И дальше вот это, что это за выступление Марсело? Он обошелся без карточки. У нас так. А вот в пользу Барса. Роналду в качестве подающего мячи. Ну, Дани Алвесу он должен шнурки гладить после сегодняшнего матча. Педро. Фернандес Барбалан сейчас находится в очень сложной ситуации. Сейчас игра действительно, ну не то чтобы может выйти из-под контроля.